Как строить крупные компании, оставаться женщиной? Об этом представителям прекрасной половины бизнес-сообщества Ненецкого округа рассказала Надежда Копытина, основатель и президент группы компаний «Лёдово». Встреча с известным и крупным предпринимателем России состоялась сегодня в региональном центре развития бизнеса в рамках Всемирной недели предпринимательства. Ирина Никешина расскажет подробнее. Предпринимательский стаж Надежды Копытиной составляет 30 лет. За это время она прошла рейдерство и банкротство. Впрочем, были не только падения, но и взлеты. Сегодня Надежда – успешная бизнесвумен, основатель и президент компании «Лёдово» по производству замороженной еды с выручкой 30 миллионов долларов в год. У меня огромный стаж испытаний, изменений, взлетов, падений. И мне есть что рассказать российскому предпринимательству. И о том, как проходил нелегкие пути, о том, как верить в свой успех, и о том, как при всем при этом создать семью, снять художественный фильм, написать книгу, спеть те песни, которые вам очень хочется спеть. То есть реализовать все те таланты, которые у вас накоплены. Сегодня Надежда не только успешный предприниматель, но и личный наставник для многих представителей бизнеса. Мне вот сейчас интересно осознанное потребление и, соответственно, все, что связано с переработкой отходов, все, что связано с улучшением климата вокруг нас, то, как мы выбираем продукты, почему мы покупаем те или иные продукты. И вот это вот понимание осознанного потребления – это в широком смысле подход, то есть и какое мы окружение выбираем, и как мы вообще относимся к тем событиям, которые вокруг нас происходят, какие события мы в свою жизнь привлекаем. Мы, оказывается, на все можем влиять. Завтра в рамках Всемирной недели предпринимательства в региональном ЦРБ состоится встреча представителей бизнес-сообщества с владельцем компании «Ремесленные сыроварни» Вороздатом Яганяном. Отмечу, что бизнес-встречи, приуроченные ко Всемирной неделе предпринимательства, организованы в рамках реализации в Ненецком округе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы при участии Департамента финансов и экономики Ненецкого округа и Минэкономразвития России. Ирина Никешина, Владислав Носкин, телеканал «Север».